Для того, чтобы высоко прыгать, батут не нужен. Благодаря вот таким ботинкам я сегодня буду скакать выше всех. Этот новый вид фитнеса называется Kanga Jumps. Мне сначала казалось, что я упаду, но ботинки очень даже устойчивые и комфортные. Благодаря пружинящим пластинам чувствуешь себя как будто в невесомости. С чего начинается тренировка Kanga Jumps? Мы подбираем ботинки по весовой категории человека и по размеру обуви. Далее проходит непосредственно тренировка. Сначала это разминка, далее хореографическая часть, силовой тренинг и в конце растяжка. Разминка начинается с простых движений ногами и руками. Но учитывая, что в Kanga ботинках подпрыгиваешь в два раза выше, чем в обычных кроссовках, это сделать становится не так-то просто. Этот вид фитнеса показан в любом возрасте. При занятии данным видом спорта у вас укрепляется костная ткань, выпрямляется позвоночник. Через 20 минут тренировки чувствуется усталость в ногах. Но это только начало. После разминки начинаем разучивать танцевальные движения. Так что через прыжок. И соединяем колено в сторону. В наше время распространен стресс. При занятиях на данных ботинках на тренировке Kanga Jumps улучшается ваше настроение, поднимается жизненный тонус, но и вы всегда будете чувствовать себя бодро, весело и здорово. А самое главное, что занятие Kanga Jumps снижает нагрузку на суставы, при этом сжигает в два раза больше калорий, чем обычная тренировка. В этих ботинках можно не только заниматься фитнесом в спортзалах, но и бегать по улицам, танцевать или просто гулять. Нога в сторону колена. Раз, два, остались. Раз, два, раз, два. Такой вид фитнеса очень поднимает настроение. А самое главное, заниматься в таких ботинках полезно в любом возрасте. Просыпаемся и прыгаем!